Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норп, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Мы с тобой являемся в спецотряде, который пытается разобраться, что происходит вообще в этом эфире. Поехали, погнали, полетели. Когда девчонка всех жарит, короче, до скелетных, короче, этих. Так, нифига себе тут. Оружие много подобрали с тобой, так, аптечка, отлично. Так, ну я, в принципе, все помню, как бы. На ноутбуках часто хранится ценная информация, чтобы забрать ее, включите ноутбук. Логично. Логично. Идет загрузка данных. Интересно. Я нашел протокол анализа сточных вод, проведенного по заказу Армахема. Состав воды, мягко говоря, необычен. И ребята из Армахема не стали бы интересоваться этим, если бы не были замешаны. То есть все дело в воде, да? Не первая игра уже, где в воду подмешивают какую-то хрень, и потом по итогу происходят все эти страшные мутации. Так, спокуха. Мне очень нравится, кстати, что в этой игре можно самому сохраняться. Так, и у меня уже максимум аптечек, прикинь. Ну, не максимум, ну давай, кстати, используем. Что нам их беречь-то? Тут такая игра тут. Как-то походит вот на халфу, на контер, вот правда. Так, это все мы забрали с тобой. Ну, мне прям нравится, вообще, прям заходит на ура. Стоило того, чтобы вот столько времени с ней чирикаться с этим, как его, с установкой. Спасибо Вадиму Ожередову еще раз. Тихо. Вы потеряли одного. Я забыл, как приседать. Ребята! Да, друганы, молодцы. Отдача, конечно, прямо сильная. Выкурила! Нужна помощь! Ой, хорошо прилетело. Прикрой меня! Это я просто еще не размялся, пацаны. Сейчас я... Вы говорите, средний уровень. Какой себе средний уровень? Ну, это просто я еще не привык. Я зашел только что весь такой на расслабоне. Взбучку мне устроили нормально. Родовище. Но мне нравится здесь интеллект врагов, да. Как и обещали, да, они все-таки ходят, они все-таки думают, кидают гранаты. Причем самое что смешное, даже многие после, по-моему, выходящие игры, реально не было такого, чтобы ты был с ногами. И противники обходили тебя и кидали гранаты. То есть, мне кажется, вот мелочь, а так оно как бы вносит реализма и чуточку, так сказать, ну, какой-то сложности. Так, можно как-то без воды обойтись, нет? Мне надо что-то включить, активировать. Это обычно значок появляется. Ну ладно. Ага, вижу. Опять эта девчонка. Источник не определен. Хорошо. Да, боевичок, да, с паранормальными явлениями, это прямо зачетно. Так, тут надо, кстати, нычки всякие посещать, потому что игра вознаграждает увеличением сверхспособностей. Ну и другими всякими штуками. Ну-ка, погоди-ка. Я не мог пройти мимо, извините. Так, а если по огнетушителю так мазать? Нет, не буду. Потому что, мне кажется, он взорвется. В
Не напугало, алло. Чик. Такие проказники с тобой. А, ну нам сюда и надо. Блин, серьезно, падать. Это все правильно? Чтобы провести подсечку, нажмите C, мышь, кнопка 1 и S. Подожди, C это что? А это V, кнопка 1 и S. Да блин, это ж трудно, так ты что? Чтобы нанести удар ногами в прыжке, нажмите C, мышка 1 и Space. Нифига себе в прыжке. Ситуация. Обнаружен и ликвидирован второй отряд клонов. Отряд Дельта готовится к штурму штаб-квартиры Армахема. Численность противника не установлена. Опознан труп, найденный в Оберне. Это Чарльз Хабиагер, ученый из Армахема. Задача. Основное задание прежде уничтожить Феттова. Дополнительное задание выяснить цели и задачи противника в этом районе. Ну ладно, хорошо. Поехали, погнали. Кстати, прочитал, что всего... Три вида оружия может. Нашла Энков? Нет. Но тут опознание на месте возможно. Это не он точно. Янковский жив, в этом я уверен, хотя сигналы датчиков выглядят необычно. И он где-то близко. Продолжаю поиски. Янковский, может, уже тоже того. Порабощен. Ну а почему бы и нет? Тут же у всех такая. Катавасия. Проверка! Происшествий нет! Какая предательская тень-то, ты смотри. Точно, происшествий нет. Да, смотри, и анимация крови, и всего, блин. Так, а это что такое? А, это журнал какой-то. А его можно прочесть, нет? Нет, нельзя. Пойдем. Она боится тебя. Она боится меня. Девчонка боится меня, ну неплохо. Хотя мы ее тоже боимся. Хотя она так всех в скелетов изжарила. Кого она может бояться вообще? Отпустите его поближе! Ждите моего сигнала! Че, офигели, что ли? Смотри-ка, подпускать меня ближе пошли. Хедшот. А, нет. Вот так. Красота. Нужна помощь. Согласен. Кстати, так и не понял, как прицеливаться. Я искал прицел, пацаны. Ничего личного. По-моему, где-то еще один был, нет? Я копеечку забрал. Все-таки, может быть, надо было уровень посложнее ставить. Ну ладно. А, у меня максимум аптечек. Ну все. Всех вроде бы обыскал, обрызгал, пошли. Так, телефонов-то ответчик вижу, хорошо. Сейчас этого еще обрыщем. Отлично. Так, и тут какая-нибудь нычка по любасу.
Нет? Блин, даже аптечку смотри. Не дай, подожди, надо туда еще сходить. Тут контрольная точка была. А там-то у нас телефон остался. И что ли, туда и надо идти? Блин. Аптечек прям много, реально. Одно новое сообщение. Эй, приятель, что там у вас тряслось? Ты в порядке? Если чего, скажи. Не забыл, мы вроде как на пятницу договорились. Отзвонись, как сможешь. Сообщений больше нет. Отлично. Вот сразу классный автоответчик. Сразу сказал, есть сообщение, нет сообщений. Все пояснил. А тут можно было и так пройти, понято. Командир, есть новости? Пока нет, оставайтесь на месте. Вас понял. Надо было все-таки более хитрее. Блин, сзади зашел, прикинь. Откуда он сзади взялся? Я аж оттуда пришел. Ну а что, если есть аптечка? Там, кстати, еще одна осталась, тихо. Вижу цель. Друг, наверх-то надо смотреть, когда поднимаешься. Ага, вижу. Вижу врага. Я бы на его месте бы не пошел. Но он и не идет. Что там с ним случилось, я так и не понял. Физика прекрасная. Вот я не понял, почему много оторвало. Не от гранаты же. Я, может, и от гранаты. Что какие-то монстры стали появляться, нет? Так, все, перезаряжали. Так, смотрим. Это надо открывать? Нет, это не надо открывать. Опачки. Ну ладно, не буду. Тут, кстати, да, аптечек дается очень много. Наверное, может быть, это из-за того, что средний уровень. Может быть, на более сложном меньше патронов и... Тихо, видит он меня. Он где-то внизу. Куда ты там выглядывает, смотри-ка. У нас потери! Осторожно, граната! Граната так? Волну такую дают прям огромную. Красавчик, да. Противник! Так, тут зажали, пацаны. Блин, по всей карте теперь раскидаются. Такой лабиринт, капец, блин, мини. Если сможешь. А чего, правда? Так, все? Нет. Так, ну возьмем аптечку. Неплохо. Так, это мы все забрали с тобой. Я понять не могу, это какие-то клоны, да, солдаты? То есть пока мне непонятна природа противников. То ли их создали искусственно, то ли это ими Фергал этот управляет. Ну, Фергал, или как его там зовут? Фергус.
Опачки. Не то я хотел сделать, извиняюсь. Постоянное увеличение скорости рефлексов персонажа, отлично. Это стоило мне гранаты. Чтобы начать говорить, и диктор сидел такой. Он идет? Он идет? Я пришел. Так, аптечку надо? Нет, не надо. Блин, аптечек много. Так, что-то где-то открыли. Совсем пойму, что где, ну, а, ну вот точно, а, ну нам туда же надо пройти, а, так вот, нифига себе, еще бы если бы провод электрический был, вообще было бы, да, не прям так. Не разлетаются. Нужно подкрепление. Так, можно еще так биться. Тихо. Так, к этим можно забраться? Можно, наверное, но не тут. Да, там. Тихо. Используем чуть. О, мины взрываются при приближении противника на 5. Черт! Окружаем! Нужна помощь! Блин, у меня патроны заканчивались. Серьезно? Тихо там. Фига он там меня прессовал. Так, мне хотел наверх забраться как-то. Тихо, пацаны. Во. Все. Так, пятая мина какая-то. Вот. А, они приближаются. Вот, пятерочку я выбрал. То есть ее можно устанавливать, когда враг идет. Но, блин. Надо еще увидеть, откуда он идет. Так это я обратно пришел. То есть на пятерку я переключаю. А вот четверка, пятерка, да? Пятерка такие мины, четверка такие, ясно. Ну, ну ладно, давай пока такие оставим. Если будут идти, то мы с тобой знаем, что делать. Вижу цель! Ничего себе ушатал. Пацаны, извиняйте. Да, и прочитал в советах, там, перед загрузочным экраном, что только три вида оружия есть у него. Чтобы взять новый вид оружия, надо выбросить старый. Блин, вот тебе и аптечка пригодилась. Фига он. Так, это все мое. Ой.
пацаны. Как тут? Граната! Да не это граната, ёбки моё, пятерка. Я пошел! Отходим! Там какой-то терминатор вылез. Интересно, он взорвется там, нет? Во. А что ты не это на мины мои не попал, что ли, друг? Да, смотри, пофигу на мою мину. А ну можно забрать. Что за терминаторщик? Сюда идешь? Ну что дали? Так, тут какой-то можно выбросить, ага, чтобы подобрать дробовик. Но я думаю, дробовик мне прям сейчас вот вообще никак вот. Да? И вот это, кстати, ружбайка заканчивается. Мышь 3, чтобы выбросить текущее оружие, взять новый дробовик. Но этот получается только мышь 3, да? 12-24. Но может быть дробовиком попробуем, не знаю. Но мне кажется, с дробовиком как-то не камильфо. Но мне кажется, пока мало этого оружия будет. Тут патронов, кстати, много. Не знаю, мне как-то с этой покруче. Прицеливание надо поставить, потому что бегаю вообще, не прицеливаюсь ни разу. Так, пацаны. Только мину, блин, поставил. Они уходят. Так, их это мое. Надо забрать. Не понял. Да ешь ты. Я заберусь за этим. Обязательно. Надо как-то вот так сесть. Слишком близко. Постоянное увеличение запаса здоровья. Отлично. А, у меня теперь 115 максималка. Прикольно. Я и думал, почему 110? Оказывается, это я его прокачиваю по мере прохождения игры. Броня. Нормально так. Нога зачесалась. Все, бежим. Видит он. Я тоже много чего вижу. Но не кричу же. Куда, алё? По-моему, они тут что-то заминировали или что они сделали, что? Не понял. А, это взять это оружие. Но у меня дробаш уже. Или дробаш заменить. Давай его обратно возьму. Он прикольный. Эх ты, гад. Не пролезть никак, теперь через эту жижу сюда плыть. Там кто-то за мной бежал, что ли? Страшная вода. Так, и зачем я это сделал? Ну просто, чтобы было. Но мне, наверное, туда надо доплыть, да? Без лестницы он туда не может попасть. А что я могу туда скинуть? Плот какой-нибудь? Могу тебя скинуть туда? О! А, это... Погоди, может быть как-то...
Слушай, может быть тогда, смотри, параметры игры. Параметры. Прицел. А нет, это не здесь. Управление, во. Мышь. Нет, это не то. Прицел. Действие. Рукопашный бой. Огонь. Действие. А, мышь, кнопка 2. Что за мышь, кнопка 2? Режим прицеливания. А, это КТРЛ, что ли? Нет. А, рукопашный бой 1. Ну-ка, подожди. А рукопашный бой тогда будет, пускай... Кнопка 4. Нет. А, ну почему-то, ну-ка, а это... Кнопка 3. Нет. Это я уже привык. И гранату я привык бросать. А, рукопашный бой, даже не знаю, что сделать-то, какую эту постоянно... Я его не использую как-то, я не знаю, мне что-то не хватает кнопок мыши, там... Может быть вот так вот сделать? Сейчас смотри, как я сделаю. А, кнопка 2, все понятно. Во, все, кай. Во, прицеливание. А это я буду бить, все. Потому что бить как бы редко, а прицеливаться нужно иногда. Все. Так, и что мне тут придумать надо? Как-то пересечь эту реку. Так это не хочет работать. Бочку он не хочет вселяться. С другой стороны, я ж могу и туда пойти сразу. Ну там-то что-то интересное всякое. Так, ну-ка, погоди-ка. Ну блин, давай. Может быть, где-то можно там это обойти. Ладно, не знаю, где там зайти, пойдем сюда. Уж там где-то, да? А. Наверное, вот оно. Кто, умывальник странный? Чего они тут умывают, непонятно. Да, смотри-ка, много оружия нас главный герой нести не может. Обычно, знаешь, в боевиках у тебя 1000 оружий. Ну, тут буквально вот оружие всего лишь 3 варианта и все. Не, ну все-таки как туда-то попасть? Зачем я вот это сделал? Я попробую игру обмануть. Я как-нибудь попробую, погоди. По идее, какой-то плод должен был плавать. Может быть, я этот плод как-то сбил, не знаю. А, или может быть внизу проплыть? Кстати, кислорода я у него не наблюдаю. Блин, а что делать-то? Что-то надо взорвать. Да вряд ли. Хм. Ну, гранату просрал. Тут же можно забраться вот так. Как это сделать-то, алё? Это ходить. Допрыгивать он не допрыгивает. Давай, как в контере. Стрели это все. Уж скинуть надо, нет?
Ну нет, это так не работает, друг. Блин. Там автоответчик, понимаешь, блин, они теперь меня будут расстраивать. Где-то здесь забраться можно. Не. Опа. Ну я там и бегал, блин, по идее. Это я обратно бегу. А, так я о том и вылез. А мне получается 100% надо туда идти. Ой, как туда пройти-то, блин, алё. Чё-то я не пойму. Тут вот эта штучка мне не дает пройти. А, во как. Ну, буду знать. Это дробовик. Ну, все оказалось легче, чем я думал. Ну, блин. Я маленько тупил, получается. Получается, это способность не только время замедляет, это же ускорение. Ну, ясно, ладно, все понял. Долго, да, я там мучился? Ну, нет. Недолго, в принципе. Я не знаю, о чем ты думаешь. Некоторые тайны могут быть зарыты глубоко, но я знаю, где копать. Нет, постой, это какая-то ошибка. Мистер Муди, время слов закончилось. Время слов закончилось. Умоляю, нет! Это нас, типа, ловит воспоминания, которые были в этой комнате, да? Ну хорошо. Ну опять. Так, и что здесь, куда? Вот сюда? Ага, точно. А вот сейчас я маленько подцыканул. Темно, капец. Фонарик временный. Вот тебе и пригодился автобой. Так, здравствуйте. Ситуация. По всей видимости, клоны покидают южную водоочистную станцию. Пакстон Феттел по-прежнему на свободе. Разведгруппа отряда Дельта вошла в здание штаб-квартиры Армахема. Задача, основное задание, прежде уничтожить Феттела. Слушать игры можно изменить в любой момент с помощью меню настройки. Можно увеличить. Слушай, давай маленько это. Раз я жаловался на то, что мне не хватает этого драйва, параметры. Так, игра, да, получается, управление, параметры игры. Так, где тут боец, да? Ветеран, давай, Укай. Ну, как бы, маленько посолиднее будем с тобой. А то что это? Нам так просто все легко с тобой дается. Он заслужил смерти. Они все заслужили смерти. Не, игра пугает. Если я буду говорить, что я не испугался этих скримеров, то я буду врать. Я испугался. Мурашки я словил. Чудовищный взрыв, прогремевший сегодня вечером в порту, возможно, не был следствием несчастного случая. Нам стало известно, что на месте события были обнаружены следы вооруженного столкновения. Сотрудники полиции отказываются давать комментарии. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, спокойно. Какой неприятный звук. Так, либо наверх, либо туда. Давай наверх. Стоит, а?
Источник не определил. Чего они от меня хотят-то, я понять не могу. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Ян Хайвс. Привет, Билл, это Ян Хайвс. Слушай, я только что получил твое письмо. Я мог бы поделиться кое-какими подробностями по этому делу, но, к сожалению, все они засекречены. Да и не так уж много я знаю. Может быть, позже я смогу подбросить тебе пару фактов. Хорошо? Сообщений больше нет. А зачем тогда пронумеровал их как номер один? Я думал, если одно сообщение, то нет смысла его нумеровать как один, а если два, то уже есть. Да, весело, однако. Пойдем. Скримоту поймали и погнали дальше. А-а-а. Ну пойдем. Идет. Так, можно, кстати, спуститься куда? А. Погоди. Я же так и помню, что тут нычки. Так, крысы, аккуратней. Постоянное увеличение запаса здоровья. Отлично. Как я догадался, я просто смотрю, думаю, это надо спуститься, раз игра куда-то подсказывает, какую-то в запиндрю куда-то идти, значит надо идти. Тем более есть лестница. Тихо. Это я просто, чтобы посмотреть до конца. Че ты там ходишь, а, алё? Понятно, что в воде что-то есть. У нас такие глюканы. В метро прям оказался. Дыши! Ну давай, тушься! О, май щит. О, щитли. Я вооружен, алло! На тебе! Тащу! Фонарик, кстати, не работает. Нифига, что словили с тобой перед... Здоровье, кстати, это... Не потратили, алло. Здоровье целое, как бы это радует. Вся эта скримерская штука, она не отнимает хп хотя бы. Так, и что ты от меня хочешь? А, понято. Как кнопку поменял этого удара, так сразу она теперь везде пригождается. Да успокойся ты. Так, сидит кто-то. Тихо, друг. А, можно на колесико менять? Ой, блин, я запутался. Где она? Ты кто такой? Альма! Если Феттл найдет ее... Источник! О чем это? Что за Альма? Что за источник? Так... Ладно, пошли. Феттл, где-то близко. Кто бы знал, кто это? Офигел, что ли? Режим открытия, да, я понял. Нажмите Escape для возвращения. Блин, а чё?
Почему такая сложная загрузка? Автоматически загружалась бы, да и все. Не, это не здесь. Вот это, наверное, контрольная точка. Он уже там сохранился? Да, вот он. Здесь, блин, это такая точка. Прикрытие! Он отходит с вами! Ну вот на ветеране уже куда не шел. Огонь на поражение! На ветеране прям уже, да, я прям почувствовал совершенно другой уже накал страстей. Да не проход пробили, я понял. Вот почему они меня тут уделали в прошлый раз. Вот видишь, как с дробашом плохо. Промахнулся и все. Че, и рабочего какого-то задели. Так, аккуратно, пацаны. Гранату кинул. Интересно, они ее увидят, нет? Хорошечно. Не увидели. В мясо, нифига себе. Ногу. Фига он орал там. Всего лишь в ногу ему. Как всего лишь? Выжил? Нет, всех троих ухватал, прикинь. Блин, и заканчиваются патроны. С дробовиками ходят. Вот это плохо. Трясется, конечно, так бомбически. Так, а здесь куда мне сейчас? Ага. Могу здесь наверх, могу тут зайти. Блин, а куда идти-то? Ну, в такие моменты не совсем понимаешь, куда идти. То есть, там просто боишься какой-нибудь доп-контент просрать. Нычку полезную, да? Вот тут что-то ничего такого нет. Хотя было бы похоже, что есть что-нибудь такое увеличением в каком-нибудь здоровье, еще что-нибудь. Что-то нифига нет. Может, здесь где-то? Ну нет. Ладно, пойдем дальше. Скоро заканчивать пора. Мне прям нравится, мне прямо, прям это. Время пролетает незаметно. Так, походу здесь сейчас будет борьба. Да, вижу. Вижу врага. Разведать! Yes, sir! Yes, sir! Давай разведывай там. Прикольно.
самый умный, да? Расторобанил так в пути пух и прах. О, там этот зелененький что-то подсвечено, погоди. Мне либо туда, либо туда. Ничего не берет, блин. Надо все-таки уже, наверное, по ходу сейчас игры оружие менять. Потому как... А когда я, по-моему, куда ушел? В новые когда-то дебри ушел. Блин, там просто, по-моему, зелененьким подсвечивалось, можно было взять какое-то дополнительное снаряжение. Давай вернемся вон в то окно. Но мне эта пушка нравится. Блин. Запутался маленько, куда идти? Значит, сюда правильно я иду. Там сохранение контрольной точки прошло, значит, обратно надо вернуться, дойти до конца того закутка. Ну или, скорее всего, там по кругу просто мы с тобой бы обошли и вышли бы там же, где и были. Но надо проверить. Мало ли чё. Игра уже вознаграждает тех, кто любопытный. Ну я так думаю. А, ну это с другой стороны, да, получается, мы с тобой вышли. Вот эти же самые реакторы, да? Да, вот этот звук сраный, да-да-да-да. Значит, мы здесь и были. Да, я там просто как-то так по кругу обошли, даже сам не понял как. Вот получается, да, где мы заходили с тобой, а могли там зайти, понято. Ну ладно, все, разобрались. Там у нас получается, смотри, контрольная точка с тобой прошла. Сейчас я вперед пройду. И, соответственно, получу там какую-нибудь новую сцену и буду заканчивать. Прикольно, вообще классно. В оба, мужики. А я тут же был, видишь, эти опять раскиданные все валяются. Я даже патроны с них. Ну какой. Откройте его! А вот с дробовика, конечно, жесть. Он шмаляет-то, алё. Ну-ка, давай-ка сейчас как гангстер. А, это... Прикольно, кстати. В этого, правда, нахреначил. Больше, чем надо было. Ну, он сам виноват. Сидит тут. Отвлекает меня. Так, ну с патронами-то что-то прям вообще беда, слушай. Только вот это вот теперь. Эту-то третью можно выкидывать. Так, здесь тупик. А, нет. О, здоровье-то. Аптечечку. Ситуация. Солдаты клона продолжают организованно отступать с южной водоочистительной станции. После обнаружения второй жертвы Феттова был ликвидирован отряд, прикрывавший отступление. Преследование противника продолжается. Задача, основная задача — уничтожить Феттова. Нажмите любую клавишу. Что ж... Котяра, это мама кошка. Я знаю, вас тут здорово досталось. Вы бы очень пригодились нам в Армахеве. Пропала связь с разведгруппой. Начальство требует вызвать еще один отряд. Я не хочу кровить своих ребят, почем зря. Слушай. У меня приказ убить Феттова. Как только он будет мертв, телепатическая связь прервется и все его солдаты отключатся. Было бы здорово. Так вот, Феттов сейчас отступает. И сдается мне именно Вармахем. Если у тебя найдется свободный борт, мы сможем убить двух зайцев сразу. Найдется. Ну, все выглядит оптимистично, но, скорее всего, ничего так у нас не получится. Ладненько, здесь мы сохранимся с тобой и продолжим в следующий раз. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, мне этого очень-очень не хватает. С вами был Чердак Норб, увидимся в следующих играх, стримах, сериях. Все, всем пока-пока, будьте здоровы.